Неужели настоящего индуса можно удивить народными индийскими танцами, исполненными на карельской земле? Не верите? Тогда посмотрите на восторженное лицо господина Сандеша Гангули, генерального консула Индии в Санкт-Петербурге. Господин консул приехал к нам вчера с чисто ознакомительным визитом, так как сам недавно приступил к исполнению своих высокодолжностных обязанностей. И за это время успел познакомиться с Валерием Шляминым, Татьяной Калашник, Андреем Деминым и, как говорится, другими высокопоставленными лицами. И еще одна радостная встреча ожидала господина Гангули. Знакомство с ансамблем «Майури», уже более 10 лет пропагандирующим родную сердцу консула культуру. «Майури» в переводе «павлин». И участницы коллектива, все от мала до велика, от 4 до 25 лет, пластичные как павы, яркие как жар птицы и гибкие как стебли лотоса, так очаровали господина консула, что, вероятно, индийский чай не растает как дым на наших северных прилавках.